Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала. Step Family. У нас плов сегодня. Плов у нас сегодня с говядиной, также у нас там черемша. Давай детям первым, что ты все с меня, мне хватит. А салат вот мне полюбился, я его делаю, тут капуста. Он был уже у нас недавно. Огурцы, укроп, заправка специальная, яичные белки и вот желтки с горчицей, со сметаной. Там перец, соль, это все, ну, растительное масло и как заправка такая вот. Кто хочет аджику, кто хочет горчицу. Так, подождите. Да, сейчас, секунду. Даша тоже положи. Давайте ложечку одну. Ну, одну. Даже пробовать не хотят. Зря, зря. Очень вкусный салат. Вкуснее, чем с кальмарами. Даша, тебе не положить хотите? Ложку? Как хотите. Да и пусть сидят. Или горчица. Зачем тебе горчица? Горчица в салате. Аджика. Одна вторая чайной ложечки. Там совсем это вам. Налетайте. Ты, я так поняла, не голодный. Ну выходите тогда. Чего сидите-то? Ты же говорил, что он только завтракал. Да, он только завтракал. И он ну, что он хочет плов. Ну давай. Не понимаю, что садится. Леша покушал, даже салат поел. А где ты обратно все вывалила? Ну, он же не будет. А вдруг захочет? Захочет, наложим. Без проблем. Такой рис рассыпчатый получился. Угу. Вот специальная ложка, чтобы накладывать. Торопилась, мыла, проверяйте черемшу, потому что вот я вот сейчас уже заметила грязь чуть-чуть. Мама, и грязь пропустила. Ну, торопилась я. Обычно смотрю. Что-то невероятное. Так, что раздвигаете там все. Смотрите. Вкусно. Да, держите черемшу. Болеть не будешь. Че, как вам пловик? Вкусное. А салатик? Еще вкуснее. Вкусно. Предлагаю сегодня Паше на футбол не ехать, что он болеет. Не хочет, как хочется. Не, он-то хочет, но он болеет, у него, видишь, аппетита нет. Посмотрим. Ты ему температуру не видел? Нет, у него температура. Он, порой у него аппетита нету даже когда и не болеет. Он такой, у меня тут семьсот грамм говядины у меня тут лишним ушло. По рецепту 500, но я решила побольше добавить. Это правильно. Рис мне нравится длиннозерный в этом плове. Как-то мы брали, прямо на упаковке было написано «рез для плова». Мне вообще он не понравился. Но он был не длиннозерный, насколько он был круглый, он какой-то он, в общем, не очень. Вот именно длиннозерный мне нравится. Вкусный салат. Добавочки? Только вот его сделала. Свежая. Капуста вот вся закончилась, белокочанная. Последний кусочек был, я решила салатик еще такой. Ну, мало солянку сделать, но солянку капусты мало у нас. Надо купить. В следующий раз солянку сделаю. Надо купить. Вроде бы все любят, Паша любит. Сегодня... Я посмотрел, сколько вот так в этих шкафах вещей лежит у твоей мамы. Это просто... Еще больше, чем у меня. Вся квартира просто заставлена, вся. Так она сколько их копит-то всю жизнь свою? Я-то вот периодически избавляюсь от вещей. Там шкафы
Мы с Саньком их переставляли, мы боялись, что они развалятся. Угу. Мы говорим, давайте их выкинем. Санек говорит, давайте их... Так, говорит, ну что это такое вообще? Они кого все... выкинем? Шкафы. Шкафы? Они все кривые. Все вот так вот наперекостяк. Что такое? Говори. Зачем? Чего? Остренькое было? Нет, мясо не прожевывалось. А, мясо, да, там бывают такие прожилки. Которые... Вообще, это, я это мясо покупал на фарш. Изначально. Даша, вот тебе бери. Для плова я беру немножко другое мясо. Получше. Нет, оно нормальное, там бывают вот эти вот. Не такого уже давно. Там мало, маленький кусочек был такой. Тебе подложить? Помочь? Да, пожалуйста. Давай. Даша у нас плов обожает. Она может с добавкой кушать. Ну так сам Паша обожает. Хрящик. Кто любит хрящ? Это хрящик. Давай мне. Я собака. Гав-гав. Что ты хочешь, ложку? Разжуем сейчас, мы поедим, Павлик придет, скажет, я хочу есть. Да, по-любому, что погода. Решуль, давай салатик, ложечку. Пап, давай ложечку салатик. Подождите, не спешите. Пока свеженький, надо кушать. На, подложи себя. Да я подложу, подожди. Да подложь. Подожди. А вот не буду ждать, все, я кушаю. До свидания. То, что ты мне дала, это такой сальса. Обожаю. Он такой вкусный. Короче, все сальса маме надо отдавать. Она его обожает. Я в детстве всякое такое люблю. Мозги из косточек высасывать. Они такие вкусные. Костный мозг. Очень вкусный. Я лет, наверное, с 8-7 добывала их. Видимо, организму что-то не хватало. Видать. Как я их любила. Мозгов. У меня даже папа молотком долбил этот. Кости такие мама варила. Борщи, там супы. Баба мне молотком этот кость эту долбила, чтобы Настя покушала вкусняшку. Деликатес. Ножом там мне выковыривал, помню. Хочу тоже добавочки. Ну ты рассыпчатый, не кашей получается. Ну да. Можно салатика? Рецепт я всегда по нему делаю, мне очень нравится. Ой, благодарю вас за салатик, очень вкусный. Черемши у нас в этом году очень много. Просто объедаем. Я каждый день ем черемшу. Вот каждый день. Баба, а ты заметил? Там на сопках мама заметила, на полянке там цветы. Да. Сиреневые. Мне мама уже показывала. Их будет сейчас много-много распускаться. Я по прошлому году помню. Очень много было. Ты не помнишь? В каком году? В мае тепло было, а в этом году холодина. Угу. У нас сегодня ветер такой сильный. Угу. Вот прям порывами. Солнце. Вообще уже прям тепла хочется. Вроде денек солнце посветит, потом опять пасмурно, ветра. Ну у нас всегда так, у нас город вообще. Холода. Почему в том году нормально было, кстати? В том году, вот после 9 мая, прям теплынь наступила. Ну, а вот в августе все равно у нас уже лета нету. Почему? Уже прохладно. Не всегда. Ну, частенько да. Что солнечных дней мало. В августе уже заканчивается тепло. Вот в основном везде самым жарким месяцем является август. А у нас июль. Август уже все. Пунжичку не хочешь попробовать? Она пробовала. Я уже вторую порцию добавляю. На, попробуй. Давай ложечку.
А мне никто не предлагает, как обычно, да? Я-то да подожди, могу... Настя, я сюда поставь, чтобы мне... Она вкусная. Я привыкла, что мне никогда ничего никто не предлагает. Я уже смирилась с участью своей. Ну, в принципе-то и ладно. Как звучит это печально. Я смирилась с участью своей. Никто никогда ничего. Главное, ешь в свой рот. Закинуться мне. Долго мне, мы знали мне, мамину мне. Песню. А на остальных. В общем, наплевать мне. Таида. Залетай в мой ротик побыстрее, любимая. Таида. Ням-н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 ям
Иди Павку зови, скажи, мы уже заканчиваем, пускай идет кушает. Настя у нас профессиональный плаводел. Да, Настенька? Нет. Да, она стесняется. Да? Да-да-да. Очень вкусно. Ну вообще, вот это вот аджика, если есть с пловом, она перебивает вкус плова. Ты еще ешь аджику, а не плов. Нормально. А вот без аджики ты чувствуешь вкус плова. Ну так непонятно, то ли плов, то ли ты что ешь. Ну, каждому свое. То ли плов с аджикой. Да. Ну, больше там перемешал, да, эту аджику с пловом. Это вообще извращенство, я считаю. Месиво такое. Ну что, как вкусно. А так невкусно. Кто бы спорил-то. Смешно. Вот, спасибо тебе. Спасибо тебе, дорогая. Ой, да, мы ж поели, все, ладно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я что-то не пойму. Я говорю спасибо, она там все бросила уже, психовать. Ну, нет, я чувствую, что надо уже заканчивать, нет? Чувствует она. Я бы сказал, что ты чувствуешь. Что, можно еще поесть? Ну, спасибо. Павлик, ты идешь кушать? Смотри, потом на футбол, возможно, поедем. Ладно, что там по времени? Не знаю. 14 минут нормально. А так бы еще поел? Да нет, ты же поел. А ты поел? Надо заканчивать. А мы сейчас выключим камеру, я еще добавки еще положу. Вот тоже вы же все положили, вот а я вот только первую часть закончила есть. Я же жую это длительно. Не, ну, в принципе, можно, знаешь, как сделать. Накладывай. А, это, мы это перенесем на АСМР. А я пойду. Это будет АСМР. Какой АСМР, Настя? Человек с ума сходит. Я вот хочу один видосик на АСМР снять. Ну, кто мне? Не хочет. В смысле не хочет? Ты ж хочешь, ты снимаешь чуть то тебе. Ну, камеру не могу я ровно ставить. Говорю, поставь мне камеру, я сниму. Ай, ладно. Ну что, дорогие наши зрители, всем большое спасибо за ваши просмотры, лайки и комментарии. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.